В нашем видео мы хотим поднять актуальную для многих тему болезней суставов и рассказать о том, как можно облегчить их течение с помощью простых, но действенных народных рецептов. Одну луковицу очищаем от кожуры и измельчаем в блендере. Полученную кашицу накладываем на пораженные участки и закрываем сверху натуральной тканью, после чего фиксируем целлофаном и теплым платком. Данный компресс необходимо держать в течение ночи, а на утро смыть теплой водой. Лук способен снимать воспаление и предотвращать развитие артрита и радикулита. Стакан пшеной крупы промываем, после чего заливаем полулитрами воды и ставим на огонь. Доводим до кипения и варим примерно 25 минут. Готовую кашу съедаем утром без добавления сахара, соли и масла. Такой полезный завтрак рекомендуется запивать 100 мл молока. Пшенка благотворно влияет на весь опорно-двигательный аппарат в целом, устраняет болевые ощущения и укрепляет кости. 30 листиков лавра заливаем 3 стаканами воды, доводим до кипения и держим около 5 минут. Готовый состав оставляем на 3 часа под крышкой. Принимаем весь полученный объем жидкости небольшими порциями в течение дня. Курс терапии рассчитан на 3 дня. Лаврушка выводит минеральные соли, которые откладываются на поверхности суставов, снимает отечность и увеличивает подвижность.